На самом деле меня вот распирает рассказать. Короче, мы сначала вышли, шли долго. Да, очень. Значит, мы увидели пиццерию Милана и вышли к какой-то железной дороге. Сейчас разберемся, вперед. Какой сад? Пойдемте, сейчас идем вдоль железнодорожного полотна, идем вдоль, обходим вагоны, и там мы должны пробраться, где нет турникетов и забора, найти это место, где нет забора. Так, девочки, давай руку. Блядь. Всю, девочки, давай руку. Что эти девочки? Держите меня. Я купила сигареты за 200 рублей, и вы уроды. Вокруг меня штаны собрался. Я прошу прощения. Извините. Секунду, мужчина, я разговариваю по телефону. Девушка, еды. Так, быстро в этот вагон забегай. Быстрей! Быстрей! Там перейдем. Ой, цветет калина в поле у ручья. Да! Меня молодого полюбила я. Блин, Матвей, такой хороший мужчина. Парень. Да, вот. Это вот прям посидел и угостил нас. Вообще, молодец. Блин, Матвей, классно, просто аплодисменты. Не, отличный человек, отлично. Если ты попадешь мне, я тебя умоляю. Не, он не попадет. Давай, Макс. Давай, бро, давай. Давай. Сука, сорян. Ладно, ты сидишь тут.